Мы так медленно-медленно подходим к финишу. Ну и как в прошлом выступлении, самая последняя песня – это самая сокровенная, самая, скажем так, личностная песня. Тайная духовная. Были мне наставники, по дороге посланы, но из жизни в горний мир многие отозваны. Был неукротимым я и с большой гордыней болен был тщеславием. Но стесали, вымыли роскоши, хотелось мне, испытали бедностью, пьяным был по жизни я, наказали трезвостью. Тайное, духовное, материально явное, жизнь необожествленная и единством данная. Как распорядишься ей, так и рассчитаешься, сколько потерявших вер по земле скитается. В чем же смысл жизни был такой заковыристой? Вырезай, кто меня давно лечил, да так и не вылечил. Я метался, как в бреду, мучаясь кошмарами, скрипом исторгая страсть, наваждение дьявола, слабым и решительным, жестким и доверчивым, маски так прилипчивы, оторвал не все из них, прислонялся к доброте, искренности, чуткости, слышал шепот в темноте, позабудь. Что за люди вокруг меня в телевизор пялятся? Для чего нам жизнь одна? Плакать или радоваться? Каждый для себя решил, как ее спланировать. Только дьявол заключил, где нас препарировать. Для России посланы и ей служить поставлены, дух крепить в сражениях с упоением сладостным. И она воздаст нам всем, Богом сохраненная, родной земли везде жизнь необожествленная, тайное, духовное, материально явное, жизнь необожествленная и единством данная. Как распорядишься ей, так и рассчитаешься, сколько потерявших вер по земле скитается. Как
как распорядишься ей, так и рассчитаешься, сколько потерявших вер по земле скитается. Ну и чтобы не заканчивать на грустной ноте, хочется пожелать вам всем счастья, быть рядом со своими любимыми и напутствовать вас песней «Когда мы останемся вместе». Болит мое сердце, когда я уйду далеко, далеко, когда наконец мы останемся вместе, когда я скажу тебе очень легко, я знал. Но все время боялся поверить, что ты очень просто войдешь в мою жизнь, войдешь и откроешь запретные двери. От них навсегда мне оставишь ключи. Когда расстояние сможем измерить длиною пути в сто коротких шагов, когда сможем просто без писем давить, читая в глазах, понимая без слов. Пройдет беспокойное, смутное время, уйдет, как в проталинах тают снега, и ты навсегда в это время поверишь, поймешь, что назад повернуть нам нельзя. Когда отшумит, отвалит мое сердце, когда я уйду далеко, далеко, когда наконец мы останемся вместе, когда я скажу тебе очень легко. Когда расстояние сможем измерить длиною пути в сто коротких шагов, когда сможем просто без писем доверить, читая в глазах, понимая без слов. Thank you.
не сможем измерить длиною пути в сто коротких шагов. Когда сможем просто без писем давить, читая в глазах, понимая без слов. Мое сердце, когда я уйду далеко-далеко, спасибо. Я хочу вам представить музыкантов, без которых сегодняшний вечер был бы вряд ли возможен. На клавишах сегодня был Владимир Савинок. Бас-гитара Игорь Клементьев. За моей спиной я отойду ударные инструменты Игорь Левкин. И соло-гитара Антон Капельницкий. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. До новых встреч. И счастливо всем добраться домой. Спасибо.